Итак, у нас 24-я миссия, мы продолжаем прохождение кампании. Многие часто спрашивают в каждом практически видосе, постоянно в комментариях, как запустить вообще эти миссии, как в них поиграть. Нажимаете «Своя игра», «Игротека», ой, какая-то ошибка, «Кооп», соответственно, либо «Wings of Liberty», либо «Ходс». И они здесь все пронумерованы, проходите их подряд. Советую повышать сложность и проходить не меньше, чем выбирали мы для всех остальных прохождений. Вот, так что можете поиграть со своим другом. Компания поддерживает прохождение до 3 человек. Я думаю, вам хватит. Но вдвоем кооператив здесь покруче. Втроем легче. Вот, не забывайте выставлять сложность и тактики врага. Очень советую на невозможном уровне сложности поиграть в Wings of Liberty. Если вы еще не посмотрели. Первую миссию. Мы даже первую пройти не смогли. Если не покупать, доступно не будет. Каркала. Так, подожди, ну-ка напомни мне, что это. Я не знаю, но мне нравится. Это из трейлера! Десантные капсулы зергов. Будьте готовы распределить войска зергов по обширному пространству. Я могу себе последний баф взять, но я не буду, у тебя закрыт. Все, я тогда тоже не буду. Все? Сейчас баф выберу. У тебя последний скилл, да. У меня, в принципе, все здорово. Блин, может автоказ взять? Нет, ладно. Ты готов? Возьму каст. I'm ready. Классная музыка в меню, кстати, была. Да, я согласен. О! Так. Звездный десант, короче, версия за зергом. Вот я тоже тебе только начал говорить про звездный десант. Серьезно? Капсула со споровым орудием прорвалась через систему. Ох, что-то загрузка теней. Так, чуваки, нам нужна ваша помощь. Что делать? Подсказывайте, мы не шарим. Мы проходили кампанию 5 лет назад. Да Рейнер ушел, у меня тут маленький вопрос. Себя. Все очень здорово. Воу. Ой, это ядерка за зерга. Ну, поехали. А, я понял, что надо делать. Надо, похоже, убивать будет это. Господа, если вы еще вдруг не поставили лайк 21-й миссии, чтобы набрать 500, чтобы мы прошли в кооперативе какую-то миссию, будьте любезны это оформить. Так. Споровое орудие сопровождения вошло в атмосферу Кархала. Что там? Чистим. Я сразу фпсик просел немножечко. О, да. Ветер. Грейды давай сразу. Чё, откуда у меня столько? А, ну. Давай. Прикольная карта. Я думаю, это будет крутая миссия. Я люблю. Идущий. Чувак, ты... Это... А, нет, это в Legacy of Void есть такая же миссия. Ультра-мега жесткая. Слушай, ко мне так планируется. Хардкорная. Ну, а сам отобьешь? Да, разберемся. Я, да, я в тебя верю. Блин, еще музыку потише бы. А пока... Что? У меня ульта? Чувак. Наносит 300 урона боевым единицам и 700 урона строением. У меня тоже атака, поэтому я отбиваюсь. Короче, я свою тогда чищу, да? Ну чё, я видимо, в... Варм хостов, правильно? Может быть здесь их реально заюзать? Ну вот я буду уже. Честно, мы только что прошли 21-ю. Как ты понимал. 22-ю уже. Сейчас уже 20 какая? 23-я, по-моему. По-моему, да. Слушай, я могу вообще играть. Здорово. Утку. Я, короче, с одной базы в ультравов. А давай ты ультравов. Да я в этих грибов, ты чё? Ультравы же. Ладно, у меня будут однобазовые ультравы.
Отлично. Чем я тогда делаю грейды неправильные? Блин, ну это ж невыгодно, да? Ладно, если что, газа закинешь? Поставь газ, чтобы весь плен добывался. У тебя все равно он пассивный. Не, у тебя один газ не стоит. Да? Да. Все стоит. А, ну ладно, не стоит. Где мои, простите, грибочки? Вот они. Черный газ нормально? Так. Гасит дальность нормальная. Они сами кастуют, реально. Танк. Блин, правда, F2 чуть не получается. Блин. Прикинь, там викинг патрулирует, который... Это что? А, капсула. А, сверху... Не апокалип. Хочу завязать. Защищаем, типа. Я вам покажу своих прокси-ультралов с одной базы, пацаны. Короче, смотри. Поехали. Ууу, смотри, смотри, смотри. Ух ты, нихера! Можно еще раз? А чё так слабо? Слабо, ты охренел? Чё-то как-то не впечатлило. Вон тебе база. Понят, арка. Слушай, а давай ты наколдуешь своих грибов одновременно, а я им баф дам. А я не понимаю, как они колдуются. А, автоспел есть? Проверь. Нет, нет, нет. Они как-то сами по себе. Ты серьезно? Вот, смотри, вон, смотри. Можешь бафить. Ну как-то они... Все равно слабее. Да, давай еще разок. Вот. Я, короче, грибник. Смотри. В этой игре я грибник. Грибник? Смотри, как они стакаются. Почему они стакаются по земле, кстати? Не знаю. Гоп, унтарка мучить. Blizzard выкатили StarCraft этот патч, но в нем добавили Керриган. Поставь крептумор, наверное. Я думаю, нам нужен крептумор. Ну, давай я пару стрелять сделаю. У меня уже почти 200. Так, ну как, какие-то слабые грибочки-то, слышь? Что-то они пока меня не особо радуют. Ой, попозже. Они там планетарка бьет. Я займу две базы, ты не против? Занимай. Я как истинный зерк делаю дронов заранее. Нормально. Так, слышь, 37 секунд, надо пробивать. В смысле? Мы же не успеем. А где твой ультрал? Где лимит ультралов? У меня маленький. Так, ускоряемся направо, чувак. Ускоряемся. Чувак, нам правее надо. Я побегу. Сейчас его разнесут, если что. Сейчас баф дам. Грибы эти, скажу, очень слабенькие. Грейды делай. Я делаю. Чувак, справа штука. Справа штука. Комплетка на тебя говорит, внимание. Слышь, грибы вообще ни о чем. Ну, они прям очень слабые. Может, ты побольше их сделаешь, а не три штуки? Да я 120 лимита было. Ух, еле-еле спасли. Это ворота. Это как верофаги, да? Типа не терять. Две базы ты занял, ты чё? Я не... Я же тебе спросил, две базы можно занять? Ты сказал, да. Отменяй обе. У тебя две. Я не думал, что ты такой жирный. Я в ультралов пошел. Да не вижу ни одного. Сейчас все будет. Ядерка. Ядерка, где? Я не знаю.
У где? Меня. Я останусь на этой штуке, вы защищать ее. Да, но мне, они мне на добывающей базе. Еще одна ядерка, три ядерки. Чувак, у тебя мина убила всех рабов, закопанная. Я видел. О, у меня тоже! Чё за жизнь? Оу, щит. Там гост. А, мина ваншотит с гриба. Чувак, у меня есть маленькая проблема. У меня тоже маленькая проблема. Уйди ты отсюда, версир. Слушай, я хочу свичницу. Слушай, мне базу убили. На-ха-ха, у тебя еще две есть. Так, защищаем эту штуку, да? А можно тебя попросить гостов моих убить? У меня тоже проблемы, чувак, поверь. Да, блин, грибы меня очень подводят, я очень недоволен. Доволен. Балансом недоволен. Опять. Да. Короче, слушай, а можно тебя попросить защитить вот эту штуку? У меня пас практически нет, смысле защитить. В прямом, у меня нет юнитов, у меня сейчас ультрау будут. Мне экономику сломали. Как мне? А ладно, газ у меня есть. Ты можешь меня отбить? А ты не можешь себя отбить? Я нет, мне нечего. А ну вот, ладно. Сбегай, Керриган, я в центре постою. Все, не, тут нормально, грибы сейчас. Там один гост, вол, два. Слышь, вот здесь мина закопана, которая тебе рабов ваншотного очень много. Ну я видел, да, что я могу сделать. Ты можешь... У меня, короче, проблемы. Так, давай на центр, короче, фокусируем там. Нужны грибы на центре, чтобы они кастовали вперед все время. Да, они очень слабо кастуют, я тебе говорю. Чувак, они бесплатные, не забывай, бесплатные. Что мы потеряли? Чувак, мы не можем потерять больше... Сколько? Три. Чувак, нам больше нельзя терять. Я не понял, как мне. Видишь на экране три штуки? Вот эти три штуки нам надо забрать. Все. Смотри, снизу. Атака. Какая атака? Ой! Блин, антрау долго делают сюда. Блин, чувак, мне надо вернуться домой срочно. Я пошел домой. Возвращайся. Блин, можно я к тебе? У меня Керриган убили. У меня сапай-блок! Да что это, блин? Это волны жесткие. Че за гасты с ядерками? Вопросы. Blizzard. А ты еще хочешь? Нет, почему есть Blizzard? Пацаны наши создавали. Улей нужен для второй атаки. Ой. Пацаны создавали, блин. А нам надо направо прыгать. Что за минки вообще? Не ваншотят, просто нереально. Там банши! Ну да, убей. Мне пул убили! Я не могу делать спорки! Чувак, у меня... Короче, чего-нибудь делай! Как? Я не знаю, защищайся. Мне пул сломали, ты понимаешь? Что я могу сделать с этим пулом? Нам убили орудие. Так, слушай, давай делай грибов, сейчас у меня будет ультравы. Да ты в ультрал в 15 минут обещаешь сделать. Все, я уже готов. Чувак, вот здесь мина по-прежнему. Я не знаю, если да, будешь там ралли-поинт ставить, ты будешь терять. Как это работает? Мина потом 40 фрагов сделает. Охренеть. О, все, в атаку. Смотри. Я пойду, короче. Смотри на ультрал, чувак. Смотри ты. Так. Ультрау 12 армора. Чувак, 12 армора ультрау. У тебя грибы на муве умирают. Да плевать нам. Что я могу сделать, если тут... Где, блин? Где эта братская мина? Вот она, две мины. Всё. Охренеть, они такие слабые, они мину убивают безумно долго.
Ультрал 12 армора, жесть. Слышь, 30 секунд, давай вот сюда. Влево, ближе. Да охренеть, как мины ваншотят. Чувак, 20 секунд, я влево готов. А я направо. Давай две заберем. Ага, удачи тебе. Забирали. Погнали! Ох, жесть. Ядрить. Карбовой с Дискорда немножко. Охренеть! Кое-что я еще спас. Нет. Блин, пацаны, так не вовремя Дискорд лагает! А у нас у кого-то упал интернет? Или что? Ну нет, ну пожалуйста. У него интернет упал. Или Дискорд? Нет, у него интернет. Да, у него интернет упал. Что с тобой случилось? Эй, Хьюстон. Да, это я не понимаю, у кого лаги, у меня или у тебя. Ты вылетел из инета? Нет, я специально перезагрузил, потому что меня залагал Дискорд очень сильно. А игра-то почему вылетела? Потому что мы проиграли. Так, короче, грибы — это полный шлак. Как это? Ну, B3 потеряли. Все. Слушай, тут можно взять, на самом деле, рачей к ультралам. Типа рачи сзади, ультрала спереди. Можно так. Блин. Гидра. Поставь себе этот. Угу. Давай, да, кстати, бери гидру, она реально... Ну, хотя она широкая, толкаться будет. Рон широкий создавать. Не любишь этих равагеров? Да там равагеры очень дурацкие. Они мне не нравятся, как они долбят, поэтому я мазгидру сделаю. Давай гидру. Я, короче, ультралов, потому что у меня там экономика вообще термоядерная. Угу, я видел. Ультралы появились на 15 минуте первые. Но они появились. А я так и не понял, в какую точку падают конкретно, непонятно? Кто? Эти атаки, которые... Собственно, наше орудие, как они там называются? Какую поставь спелла, поставь. Я поставил, у меня все есть. Я один спелл не ставлю, чтобы балансненько было. Mm-hmm. Балансненько. Ты так любишь, когда говоришь слово балансненько. Поехали. Брудов может. Да вы что, гоните компанию с брудами проходить, ребят? Мы же не совсем казуалы. Вы что, пощадите, пожалуйста. Чего, Беллинг Неста нет? Вошло в атмосферу Кархала. Покажи расчетное место приземления. Дз-дз-дз-дз-дз-дз. Оно приземлится здесь, моя королева. Да, подожди пока. Я с фастгридов начинаю сразу. Ну, это ты. На первой минуте заказывали грейд на армор. Сильное заявление. Собаки? Не, слишком дохлые. Слишком много личинок на них надо. Да, собаки тут дохнут просто моментально. Тут там же дамаг сильный у юнитов, не забывайте. Я логово делаю. Случайно, что ли? Ой. Ты там как? Я уже одно место отхватил себе. Я потихонечку. Однобазовый. Понятно. Там Тор. Тор is here. Ой. Самая быстрая квина на Диком Западе. Воу. А ты помощь-то будет? Нет, на базовой. А нужна? Ну, немножечко. Сейчас я к тебе продвигаюсь. По чуть-чуть. Очень-очень. Маленькая помощь нужна. Тут к тебе. У-у-у.
все время на лоу хп, короче, играю. А, Квинни. А Марики, что ли? А, там еще один бункер стоит. Воу, я его даже не вижу за этой хренью. Да какую масмуту там Марики с торами? Вы че, ребят? Изучите, пожалуйста, баланс и справку в Старкрафте. Какая мута? О чем? Короче, буду крип двигать, надоело. Крип у меня баф. Он мне тоже нужен. Давай поскорее немножечко. Я вот все, мне осталось бункер сломать. Ба. Они просто очень жирные, мне нечем их сломать. Они самохилятся, что ли? Да, бункера, да. Да ладно. Именно так. Блин, я думаю, еще их пробить не могу. Пиздец, он восстанавливается. Ну охренеть, у меня дохнет армия, вообще ужас. Да, грейды наделаем. Я уже в хайф вышел с одной базы. Блин, штука еле дамажит. Чувак, мне нужна какая-то это. Кто? Мне нужно бункеры сломать. Мне нет юнитов, но мне надо сломать их просто. Ну, по-любому. Смысле, ты там, чем там занимаешься? Вопрос маленький. А, у меня, оказывается, проксировочи есть. Господи. Я же маленький, однобазовый, бесполезный. Давадир. Сколько у меня ресурсов? Ты на них вообще смотрел когда-нибудь? Нет. Так. Слушай, а здесь прям все время надо вперед-вперед, да? Прям по жести. Да. Ой. Господи, не та кнопка. Помнишь, да, про ядерки? Да. Вправо, да, сначала? Вправо нельзя отдавать. Давай вправо и вправо до конца. Так, слышь, у тебя дроп у тебя. Ой! Бум-бум-бум-бум. Слышь, базу мне одну надо оставь. Да-да. Опять тут эта фигня! Тут минка, которая раздалбывает меня безумно. Чувак. Что? У нас проблема. Короче, давай на центр свои гидрой уже наконец. Все, ультрау пошли, чувак. Блин, сапой блок. Давайте ресов дам. 30 секунд. Спасибо. И как? Чувак, мы не проходим в центр. Беги, сломя голову туда. Чувак! 130 хп. 130 хп! Слушай, подожди, а его вообще отдавать нельзя или. Ну, 3 штуки нельзя. Давай. Что там с базами? Минералы есть лишние, не нужны? Мне, у меня есть защищать базу. Понял. Не защищаешь. Понял, понял. Я весь мид потерял на этом всем. Серьезно? Да. Блин, чувак, это очень плохо. Ну ты можешь помочь? Ты, я тебя не вижу, вот я один хожу здесь. А чё у нас? Один двоих дерусь. Слушай, ты говоришь, грибы плохие, серьезно? Да, грибы очень гидра, плохие. Гидра твоя тонкая, плохая. Ну, грибы тоже плохие. Чувак, у него 80 хп. Ну что я могу сделать? Дай мне базу одну. Ты же не занял. Ну блин, да, потому что меня убили. Ладно, извини. Так, танк дома, идет. Дома проблема. Танки и гасты! Гасты! А, где чекай, они? Чекай, чекай. Вот сейчас мы можем базу отдать свои. Ничего мы не можем. Да не достали, где гост? Как он так кастует, что его не видно? Он проходит мимо.
Нет, минус рабочий. Ты опять потерял точно так же? Не, я чуть-чуть потерял. Почему ты рабов отводишь в то же самое место? Отводи их ко мне. Ой. О, там баньши, чувак, там баньши. Это пипец, пипец. Как там баньши? Да где год? Вот он, блин. Я спорки с плетками поставил. Короче, у Кандри проблемы. Чувак, нам нужно начинать двигаться в центр. У нас минута. Сможем? Ой-ой-ой. Давай, стой, стой, стой. Давай вот сюда. Давай. Сейчас набафую. Сейчас соберемся. Готов? Как меня эти гасты с невизом калят, а? Ты куда от меня ушел-то, слышь? Ты чего отошел? Да я от тебя не ушел, я с гастами тут дома разбираюсь. 40 секунд, блин. А без бафа. Вроде здесь чисто, да? У меня рабочий не остался, есть? Нету, да, резов? А. Ты про экономику вообще не следишь дома? Ну, меня убили немножко рабочие, не знаю как. Поставь это спорку с плеткой. Плетку вот здесь одну поставь и все. На входе, на рампу, вот сюда вот. Чё там? Это что за фигня? Там мины еще. Зачем, зачем вот что, тут стой? Мины это тоже просто жесть. Просто жесть. У меня заработали 3 базы, чувак. У меня экономика шикарная. Давай бабки тоже. Бабки? А, даю тебе бабки. А, тут третий крейт на атаку есть, кстати. А, чувак, проблема. Я вижу, у тебя на тебя атака идет, иди отбивай. О, там плетки, разберемся. Okay. Боже, какие минки жесткие, скорее бы патч. 4 плетки, ну ладно. Мы дальше можно уничтожить базу противника. У тебя газ не нужный, да? Да, немного, ну не сильно. Дай тебе. Да, немножко закинь. Лимит 150, да? Нет. Вообще нет. Нет? Нет. Давай сам танкуй, там слишком жестко. Давай еще накопимся, там очень жесткая тема. Давай, давай. Нужно 10 ультралов, и у тебя должно быть гидры 150 лимита. Ну, пока не стоит. Сколько времени? 3 минуты? Давай, скапливаем минуту. Скапливаемся минуту. Блин, да тут будет сложно. Сейчас 2 пронесем, я думаю, подряд. Главное, что а дома справа не хочешь оборона. Пока что? Давай, может быть, слева сразу 2. Просто рядом у нас запас будет. Ультралов у меня туча, дай денег. Давай, да. Минералов, не газа. Давай, давай. Я грейды забыл, 3-3! Оф. Так, они будут не делать очень мне, скоро. Кстати, ты накопился, у тебя побольше лимит стало? Да, побольше 125. Так, ну снизу атака, я иду. Минки просто не, я не могу с этих мин, это такие ваншотеры. Снизу тоже. Полторы минуты. Вроде нет. Ну можем, в принципе. Даю минералов, давай, давай, заказывайся, заказывайся. У меня... Сейчас. А, давай, погнали. Встанет. Там 3 танка, ну давай вот так. Плевать вообще, я зерк. Охренеть, ты посмотри, как они выносят. Давай дальше, там, там жесть просто, ты сейчас охереешь. А я сюда дам, баб. На, даю. Отведи на футал. Аль, не надо было даже, нормально. Нормально, вот это прям как в трейлерах. Сделай этих аверсиров. Делаю. Блин, мне снизу гидра просто. Ворота сносить? Какие ворота? Августграда. Берешь базы? Или я? Подожди, я заберу. Это что за херня была? Что за хрень? Чувак, снизу какая-то херня. Ядрить там торы дамажат, а? Ой. Блин, давай вот слева пробьем. Это нашему-то?
Не знаю. Хочешь пробить, чтобы эта херня не мешала? Да, потому что они мне постоянно выносят. Согласен, да. Вон слева. А постоянно. Ты зачем ралли-поинты сюда ставишь, братан? Да просто я не У тебя на мейне, мейн-викинг. А, все. Все, пошли наверх, чувак. В смысле наверх? Спорку защищать. В смысле наверх? Блин, у меня так лимит вообще руинится. На, денег, на. Ой. Давай сам. Миникарта. Машинки. Я иду. О, черт. Чувак, банши нас орудия бьют. Верхние орудия бьют банши. Я тут. Повезло, реально повезло. Ставь базу. Тебя бьют. У меня... Что? Что? Что случилось? Что? У меня мейн. Машинки со сплэшем. Машинки со сплэшем. Так, у нас проблема. Короче, мне вот эта вот хрень, я не могу себе дотекание Не принести. Ставь туда ралли-поинт, ставь в центр ралли-поинт. Окей. Нет. Чувак, у тебя мейн бьют. Мейн тебя бьют. Одна плетка не выдержала. Там столько народа. О, господи, атака сильная. Чувак, мейн тебе бьют. Защити мейн. Я слышу, что... Мне хайф убили! Нормально, я бью. Можно мне базу, пожалуйста, раз ты ее не занимаешь? Че по времени? Базу. 2 минуты? Я занимал базу, эй. Херово ты ее занимал. Ну, били, может? Я сейчас слева все прочешу еще раз. Давай ты, а я пойду ломать вот эту фигню. И как же мне мейн сломали, пипец. Просто пипец. Я не понял, что произошло с рабами. Протанкуй, пожалуйста, вот это. Давай, потихонечку это протанкиваем. Да, газ сделался. Это забираем. А, дай газ поставлю, слышишь? Давай. У меня есть газ. Бывает. А, вон оно как. Слева причесал, нет, у меня... там одна мина только закопана, блин. Сейчас исправлю. У меня лейера нет, чувак, я не могу сделать. Что происходит? Что за миссия? Я думал, она легкая будет, эй! Ничего, ядри, только... чувак, там батуи! Где? Там, сколько? Сверху! До хера! Давай отойдем немножечко... Давай немножечко на ХГ отойдем. Что за... 40 секунд. Да, нам надо вообще вот туда ломать. Одну вправо. Давай. А вот оно. Давай туда быстрее. Давай вправо, центр и вправо вниз. Вверх я не пойду, как хочешь. Танкуй сам первый. И газ, да, если есть. Блин, может сейчас помикрить за тебя? Давай. Нормально танкую? Ну такое. Слышь, там ультра вот что-то разваливается немного. Вот именно. А, вот он место приземления. О-о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 . Че, опять нас бьют? Да. Блин. Что-то как-то. Помогай своей херней. Вот, да. Чувак, вот здесь сверху, сзади. Короче, бэкдор. Че, ГБ? Центр. Он есть? Я не знаю, что. О, давай. Они сложились. Баса. Давай. О, собаки нины. Просто прибежали, все уничтожили. Чувак, у тебя юниты сливаются на мой в огромными пачками. Я знаю, я не могу ничего сделать. Так, правую сторону держим. Она появилась еще или нет? Нет, сейчас появится. И базу так и не занял, так и не раскачал. Давай, включай мультитаск, пожалуйста. 2-2 потеем. Газ вообще просто умер. Ты можешь пробить бункера, пожалуйста? Да, могу. Так, я понял, локации тебе не нужны. Нам убили, да блин! Кого? В смысле? В смысле убили? Как? Спорки надо ставить и плетки рядом с этой. Как, у тебя экономика не работала минут 10, наверное. Я не знаю, сколько там у этой мины киллсов, наверное, штук 200. Я знаю, это да. Почему юниты слева едут у тебя? Откуда я знаю, почему они с левой базы туда едут?
Нет, подожди, они через центр должны же бежать по траектории. Они не бегут через центр. Сами дорогу выбирают. Ну, дай мне лидера. О, господи, какая жесть, а. Ну давай, осилим. Слушай, мне кажется, с грибами было легче, потому что юниты реально бесплатные. Делай лимит грибов. Половину гидру, хорошо, половину грибов. Ты понимаешь, что они... Половину гидру, половину грибов, они... Они не сливаются. Они не сливаются. Они кастуют, и все. У тебя какие грибы, напомни? Те, которые на ходу кастуют. Так вообще здорово, просто бегаешь туда-сюда, держишься сзади и кастуешь их постоянно вперед. Короче, для начала я хочу очистить от всех минок, от всех проходов. Меня так это задрало. Видишь, куда у тебя дроп прилетал? Точка, точка, вот эта рампа. Между мной и тобой. Между мной и тобой. Слушай, говорю, там поставь себе 3 плетки, потому что высаживается дроп, лучше 4 со споркой. И вокруг каждого этого тоже ставим плетки, понял? Я на входе поставил 3 плетки, меня спасло. Они вход, вокруг орудий. Какой воздух идти, вы что, сумасшедшие, ребят? Попробуйте пройти эту миссию с помощью мута, я вам памятник поставлю. Воздухом, понял, говорят. Еще раз. Вокруг орудий ставим плетки и спорки. Крип тогда тяни, у тебя он быстрый. Они с своей стороны я сам крип потяну. Тебя, все остальное. Грыды не забывай. Сначала я хочу убить вот эту две дурацких минки, которые меня слева убили, наверное, больше, чем все войско Доминиона за всю жизнь. Покажи расчетное место приземления. Оно приземлится здесь, моя королева. Да, самая где две минки? Они тут не закопаны. Они потом прилетают на дропе, и чувак их закапывает. Охренеть просто. Тут очень умный комп. Ты зря ступила на мою планету, Керриган. Это была смертельная ошибка. Я отправлю тебя второй туда. Так, да? Учинивается. Да там бункера, тут все такое дикое, конечно. Ладно, бафнемся. Не, ультралы самое то здесь вообще, они хорошо заходят, они танкуют и у них хп много. У меня баф, который дает плюс 6 брони ультралам. На максимальных грейдах у ультралисков 12 армора в какой-то момент. То есть как бы дамаг по ним вообще не идет, чтобы вы понимали. Так, это дело надо встречать. Музыка такая играет прям. Трагическая? Да, какая-то. Это отмена. Моя опухоль, слышь. Вот эти два бункера убей тоже. А, ты слева, да, пробиваешь, конец? Да, я уже гораздо раньше пришел. Я начал бафать чаще. Так. Защитишь пока? Ну, наверное. Я хочу слева начать чистить потихонечку. Давай, да, вот это место будет прям супер. Тут сливаются версии, тут еще все так сливается. И плетки ставим вокруг этого орудия. Так, вот сейчас начинаем потихонечку двигаться активней. Плетки тоже пару штук поставь. Когда там гасты приходят?
По-моему, когда мы центральную базу уже берем. Резервные дроны тоже возьму на всякий случай. Так. Где моя хрена-то? Она сдохла, что ли? А. Так, подводи дронов в базу занимать будем. Давай, ну мне одну тебе, или два, или две я. Да, не, давай две я, потому что ультравы нужны в массово. Ультравы хорошо до этого заходили. Пафнул тебя. Слева, выше. Отойдем. Ну, эти механизированные юниты, особенно вархаунды, вообще там нормально раздают. Как мы за 2 минуты пройдем вправо, объясни. Давай ломать. Фунтарка надо пробить, надо фунтарка держать. Ядерки. Чекай. Я спорки стоят. Кто? Вот она, минка закопалась. Нет! Как так? Я ж по таймингу. Я право пробиваю, мне нужна твоя помощь. Иду. Так, все, начал заказывать здравов. К сожалению. Давай на спелах пройдем как-нибудь. Плетки ставь вокруг. У меня крипа здесь нет и... Сейчас появится. Трава только-только в заказе. Еще одно споровое орудие прорвалось через орбитальную защиту планеты. О, слева гелионы. Какие же они быстрые. Опять минки летают, блин, тут аверсиры вообще умирают, как я не знаю, что можно сделать тоже аверсиров. Они дохнут моментально просто. Немножко сложновато. Все, начинаю. Вот сейчас у меня зарабатывает 3-я база, я мог чуть пораньше задрониться, было бы гораздо легче. Эти врата ведут в столицу тиранов. Уничтожим их, и моя стая проникнет в Ангус-Град. Мне нужна гидра вот очень, вот прям вот здесь у меня две банши. Хотя ладно, наверное, я разберусь. Не, разобрался, все окей, подержи. Укрепляй оборону. Так, грейды делаешь? Да. Блин, дроны не стоят? Делаешь. Нет, долбану-ка сюда ударчиком. Ну чё, бей. Ко мне Тор пришел. Я вернусь. Тор? Да. Блин, что за херня бегает? Всё, короче, погнали. Пару плёток поставь. Куда? Ну, вот тут. Уничтожьте королеву клинков! Ой, нахрен Тор! Чё за Тор? Ну обычный Тор, чё не так? Да что за жесть? У Тора 20 киллсов. Есть что-нибудь лишнее? Минералы? Что угодно, давай минералы. Я только 3 базы раскачал, сейчас лимит ультралов начинаю делать. Паша, полторы минуты на центр. Чувак, там ультра жесть на центр будет. Ну, вот всё, заказываю ультралов. Вот сейчас нужны ультравы. Где ты там? Беги давай быстрей. Ой, чё же я заказал-то? Зачем? Центр это вот сюда ты имеешь в виду? Да, у нас минута. Но у меня опять сдохли все абсолютно, видите? Стой, подожди. В смысле? Подожди, нормально тут. Мало. Ну давай. Я бафну тебя, бафну. Это 6 брони. Трава, пусти вперед. А, ладно, они сами пройдут. И сразу. Укрепляй сюда, вот. Да. Все, штампую лимит ультравов. Крип тяни. Рейды делай.
апгрейды делаешь. Еще одно споровое орудие приближается к поверхности капкала. О, минка. Там у меня фокуснули Керриган. Батлы. Справа атака. Справа иди отбивай, справа иди отбивай, справа иди отбивай. Справа, 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 бегу, бегу. Потом налево. Тебе, я смотрю, куча оверлордов, да, свободных? Можешь, пожалуйста? У меня нет. Нет, вот они. Блин, вот это хрень. Кстати, вот этих ультралов однажды близы презентовали на Близконе и хотели их в игру добавить с чаржем. Отлично, жаль, что не добавили. Мало, слишком за ВЗ в финалах. Так, все, три базы у меня работают, у меня продакшн стабильный. Мы их вообще не должны отдать никак. Ну, три штуки нельзя отдать. Намертво не застраивай, чтобы пройти можно было. Все, внимательно через... к мини-карте смотри. Да, через 4 минуты. Слушай, а справа не, не успеем сломать? Допки успеем вообще сделать, нет? Какие допки? Ты охренел, что ли? Ладно, прости. Давай по зеленым точкам идем, вообще забьем на ворота. Нам зеленые точки нужны. Давай пока слева пробьем немножечко, раз у нас есть... Да, 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 нам надо потихонечку бафать. И вот это вот, пожалуйста, сделай. Делаю, хорошо. Просто когда будет время, как 100 минералов спона будет, давай. Я оставлю. Наши союзники вступили в бой. Нормально, там продамажилось. Крип дотянули. А, хорошо. Ну тут как раз, кстати. Наши войска атакованы. Нормально, вот как раз я обошел. Что по времени? 2 минуты. Ой-ой-ой. Нормально. Че, сколько нам надо? Левая часть карты. Грейды сделал? Да. Есть деньги? Охерить. Справа атака. Есть, даю. О-о-о-о, я иду. Мне кажется, надо помочь. Да, да, да. И еще восстанавливать, наверное. Помочь там с танками или нет? Да. Ладно, я отправлю ультра, пускай они разберутся. И добавляй сюда. Вот, вот это атака, вот это направление. Ой. У нас полторы минуты. Давай не пойдем дальше. Опять у меня сдохли все эти, опять минки у нас просто. Паша, блин, я слил всех ультрал. Да ладно! Да. Как? Так, все, да в смысле всех? Я. Пистон, чувак. Мы ни одного не потеряли, но. Я могу тут так остановить, по идее, эту фигню. Свою. У нас аверсиры есть. Ты можешь еще больше аверсиров? Можешь 5 аверсиров сделать. А еще у нас минута осталась. У меня есть этот. Не пробьем, чувак, там очень жесткая херня. Давай, у меня есть этот апокалипсис. Пошли. У нас банша стреляет. А кликай почаще войсками. Апокалипсис? Сегодня? Да, давай, да. Давай, давай. Мне нужно, чтобы ты их пошел в атаку. А я сейчас кастану его. Ох, нихера! И чё, давай, и где? Давай, давай, давай! Бум! А оно нас тоже убивает, да? Справа атака, справа атака, справа атака. Приготовьтесь защищать его. Я вообще расслабиться так-то пришел. К нам мута прилетела. Наша. Это очень важное заявление. Слева там опять мне дал. Базу занимаешь или я забираю? Давай я. На, и тебя лучше я тоже поставлю. Там ворота, слышь, не будем. У тебя викинги на базе, две штуки. Юж, да дай мне базу, а. Блин, сейчас я дроны найду, сейчас. Я чё-то не понял. Викинги прилетели, викинги дома. Деньги есть? Есть. Давай. У меня 57 дронов, чё они мне нравятся? Так, справа оборона есть. Такой... По центру. Вы видели? 2, 3, что 4. Это? Сейчас надо скопиться. Вот сейчас точно надо скопиться. Капсула со споровым орудием приближается к вражеской территории. Наши союзники вступили в бой. Я вижу дрон закопан. Прикиньте, я вот переключался между базами, случайно увидел одного закопанного дрона с минералами в руках.
ты посмотри на этих викингов. О, что, они эти оверов карают? Эй, а моих-то оверов они что бьют? Я просто не могу, у нас 3 минуты. 3 минуты, 3 минуты. Чувак, в центр, вправо нужно идти. Я убил. Ну, наконец. Давай. Так, через какое направление? Там будет арка. Ядрить. Слева. Чё? Блин, оплётки не успели доделать, чувак. Давай деньги. Давай. И сразу в центр. Я думаю, там атаки сейчас не будет. 2 минуты. Куда мы идем? Вот как мы идем? Блин, у меня апокалипсис почти готов. Вот через это направление. Давай. Мне вместе. Кажется, его сейчас надо будет юзать прям туда. Только не в меня. У меня пока нет. Да, ну нам ничего не делать. Сверху. Мы фейл! Слева минус! У нас плетки не успели доделать твои. Успеем, я пытаюсь успеем. Добежать. Я прибежал. Так, я не уйду отсюда, пока мы не сделаем здесь плетки. Минус минута. У меня есть апокалипсис. Давай, начинай. Ну ты мне пару ультралов, не сам. Управляю ультралов, тебе деньги скидываю по КД. Чёртовы мины, кто их здесь? Мины — это такая жесть! Они меня так достали, это просто невозможно. А где мои юниты-то? Кастую в середину. Я чё, слил? Ой-ё. У нас опять слева, нет. Пропусти ультравов, пожалуйста. Нет, вот этот надо убивать. Я не знаю, как это надо убивать. Давай отойдем немножечко, буквально чуть-чуть. Чуть-чуть, давай отойдем. У нас еще есть время немножечко. Одно можно потерять, да? Я потерял Керриган. Если бы мы сейчас это взяли, мы бы выиграли. Вот эту спорку забрали бы. Ты понимаешь, что следующее будет еще глубже? У меня минус 8. У меня, наверное, тоже. 8 стробов, вол. Я спорки не добавил. Там 3 танка. Назад. Мы потеряли. Защитить спорку. Хорошо, со следующим что? А где еще одно? Сейчас появится. Должно появиться. Да. Надеюсь, не здесь. Ты что, издеваешься? Нет. Как это вообще пробить? Это просто жесть. Что у тебя с твоим апокалипсисом? У меня Керриган появился только. Подожди, где оно? Эй, справа! Справа очень плохо. Давай не лезь-ка вот сюда. Я чуть не понимаю, куда у нас порт. Не знаю. А, ну пока ждем, пока ждем. Может баг? Не, нормально. Может пробьем пока? Пробуем, не хочешь? Пробьем пока. Ну можем, давай. Апокалипсис. Крип сюда добавь. Не могу. Слушай, у меня 150. У меня тоже почти. Что-то там много. Довольно много. Слева. Бежать? Нет, я сам. Хорошо. С этой стороны, может, просто наверх. Ай. Офигенно, короче. Что происходит? Ко мне, наверное. Ядра нужна в саппорт. Блин, надоело. Чёртовы гасты в инвизе, там минки закопаны. Где версиры? Да они дохнут, я тебе говорю, они подлетают и постоянно дохнут. Короче, пацаны, мины дисбаланс официально. Это просто жесть какая-то, я буду в минки каждую игру играть. Сейчас у меня заказ идет. 47 секунд. Чувак, 47, если заберем, если заберем. Собираем армию. Я фукушу по унитарку. Давай. Где мне вся армия? Вот она. Они дроп-торов делают! Чё? Чё? Я тебе все сказал. Не надо думать над этим. Они делают 10 секунд! Я иду. 10.
А, справа миссия допка, видимо, да? Давай сходим направо вот сюда. Ой, я туда кину апокалипсис. А, конечно. Так, 10%. А, не могу. Слышь, я могу, прораш, я могу нижнюю правую забрать один. Не, давай ты вот сюда прораш. Что-то мне там не нет доп миссии. А что там есть? Там ничего нет. А что там есть? Ничего там нет. Я думаю, что там что-то есть. Я туда почему-то иду. Что там такое? Не, все, там ничего нет. Нет доп миссии, говоришь? Не-не-не, точно нету. Все, не надо. Все, там ничего нет. Я понял. Сколько киллсов у этой мины, мне интересно. Вот. Там вообще после игры... Я сейчас проверю просто, мне очень важно это знать. Там тонна, и причем каждый килл это не собака, это всегда гидралис. Да-да-да. Крал, гидралис или королева. Все? Так, мина 10 киллсов, мина 8 киллсов. Ну нет, повезло. 4. Ядрить, вот это миссия, вот это я понимаю. Это на очень злых мобах. Где ломай ворота? Или а нет? Надо? Это что за жесть? Вот это да. Следующая миссия в городе, что ли, будет? Вау. Что? Что? В смысле? Нет времени объяснять. Кидай сюда направо свою херню. Сюда. Чувак, а если мы. А мы можем еще слить, если сольем эту штуку? Я не знаю. Нет, сейчас нет. Нет. Короче, направо all-in, на все деньги, направо all-in, нужно а пробивать вот эти две штуки. Мы можем топ вместе. Забрать. Меня много, сможем. Я говорю, допки еще сделаем. Чувак, допки, мне мейн бьют. Карриган умирал. Нет, ладно, давай без доп. Ладно, ты все, ты прав. Вот ты, вот сегодня ты постоянно прав. Допки не нужны, я согласен. Алын, вот это вот, да. Все. Давай-ка мы соберемся, дождемся Карриган, правильно? Нам тут пробивают со всех сторон, нас контратакуют. Опять минки взрываются, фиг знает. Дать денег? Да, не надо, на самом деле, у меня 200. Я дал. Ну, спасибо. Ты нужен. Вот базу можно остановить. Охренеть, у меня просто минус 200 лимитов, минус. На этих батлах. Там опять минка все еще убивает. Ну, пожалуйста, ну, что-нибудь. Да плевать на ней. Чувак, на время. А, время есть? Нет, не время. Нет времени. Я тут маску занял, очень важную. А, давай без допок, реально. Без допок! А, у меня газы кончились, ну, в чем проблема. О. Так. Блин, а я надеялся, что туда не надо будет. Ну да, я туда долбану, пожалуй. Вот будь добр. Огромная карта. Долбани только так хорошенечко. Но сейчас тебе инфу дам. Долью инфу тебе так, чтобы... И мне надо, чтобы я не умер. Боже, минки это просто так овнят нас. Нормально у тебя там. Давай ты отойдешь, пожалуйста, вопрос такой. Отойти? Ну ты видишь, сколько там? Я пройти не могу. Сейчас я вот это сломаю и отойду. Запускай, короче, я отойду. Ну давай. Давай вон туда куда-нибудь. Бом! Не сильно, по-моему, помогло. Че, уже она бахнула? Да. Сейчас минус север север, чекай. Слушай, ну гидра нормально тащит. Наконец-то. Гидра, да. Пусти ультру, пусти. Просто пусти ее. Там бафы. Ой, как жесть, ты видел, да? Да. Вот сейчас-то допка точно можем. Думаешь, успеем? Нет, ладно, все, ничего не успеем. Плевать на допки, это слишком. Как будто в магазин сходил. Писец. Знаешь, похоже на финалочку.
Но финалочка еще жестче. Я не помню, что финалочка вообще. Там просто не спрашивай. Классно. Охренеть. Вот это Рой. Пацаны, лайки и комментарии, пожалуйста. Нет времени объяснять. У вас попозже будет в следующий раз. Чё-то ты сегодня руинка. В смысле, я тащу как пощебать. Ну мины эти просто, они их, короче, комп закапывает их в рандомных местах, незаметно, непонятно как, на траектории наших юнитов. И у нас юниты по непонятным причинам ходят там, куда мы их вообще не посылаем. То есть мы их в центр посылаем, а они слева по каким-то огородам там ходят вообще по непонятным. Такая дичь. Вы себе еще не представляете, что происходит в мутациях в кооперативе. Я там однажды посмотрел, что происходит. У меня комп, наверное, не выдержит. Там FPS просто будет нулевый. Чё-то я так устал от этой игры. Чтобы сейчас пота нон-стопного. Очень странная игра. Все очень странно. Но было круто. Мне понравилось. Надеюсь, и вам. Ну что, напомню, на YouTube есть отдельный плейлист, в котором можно посмотреть прохождение кампании Wings of Liberty. Он так и называется, прохождение кампании StarCraft в коопе. Есть в соло от меня лично, есть в коопе. Они, конечно, по-разному проходятся, но смотрите, наслаждайтесь, чекайте и вообще пользуйтесь плейлистами по возможности. Спасибо за внимание! С вами на сегодня были Зерк и Кантри. Хотя стрим сейчас заканчивать неохота, но для записи покеда. Приходите почаще на стримы. Андрич. И лайки, 500 лайков. Да, 500 лайков, пожалуйста, организуйте. А то опять все будет через месяц. Спасибо большое. Ждем.